Приходи, ёпта, я тебя нахуй, блядь, ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут, правда? Хули ты, блядь, даёшь, что ли? Шаг ёбаный. Чё ты глаза подпишешь? Ты играешь? На ебало нас. Закрыл свое. За тебя, что ли, играет? Играешь для нас. Ты кто, ёпта? Я для тебя вообще не играю. Я человек. Для кого ты играешь? Ты чёрт, ёпта, блядь. Который ездит за тобой по всей России. Мне похуй, можешь дома сидеть, ёпта, понял, блядь? Еще раз напишите, я отпишу там всех, нахуй. Давай. Понятно? Приходи. Хуй ты даешь-то, ёпта? Чё ты мне даешь-то все? Приходи. А, чёрт, галимый, блядь. Играет он, нахуй. Пидармотина ебаная, блядь. Вы болеть-то нихуя не умеете. А, вы, конечно. Блядь, рассказывай. Конченая, блядь, отродье. Ты думаешь, там, блядь, 50 человек у тебя пришло, ты такой крутой, что ли, нахуй? Блядь. Хуль ты блякаешь-то, ёпт? Ну иди в другую команду, если не нравится. Ты вообще ебал закрыл, чтобы тебя не видно было. Понял, нахуй? Был конем, конем и остался. Чё пиздишь-то ты, ну, делай? Кончик. Ну, здесь что хочешь остаться? Вообще, ну ты начал. Ты здесь хочешь остаться? Ну всё, ребят, всё, разошлись. Для кого вы тогда играете? Всё, успокойтесь. Не для такого было, как вот это, ёпт. Не для болельщика? И для такого быдла, как вот это. Ну, да, для кого? Я же болельщик, но не вот такой хуй так. Да, для кого ты играешь? С какого хуя ты мне написал? Че ты думаешь, что потому что ты человека нахуй послал. А что мне с ним надо, блядь? В чемпионском матче. Какого хуя ты туда вылетел вообще, ёпта? Мне интересно. Ты мог сказать нет. Что нет, ёпта? Ты мог сказать просто нет. Что нет? Вы чё, быдлятина там, все, блядь, нахуй, ёпта. В одном стаде, что ли, ёпта? Его послали, пускай придет, объяснит. У тебя человек просил футболку, это нормальная тема. Это для тебя нормально, а для меня нет, нахуй. Что это из хуя, когда я должен поднимать ему, блядь, футболку свою отдавать? Ты мне объясни-ка, блядь. Ты мог ему сказать? Нет, ты мне объясни, с какого я должен ему футболку свою отдавать? Ты ему не должен отдавать футболку. Ты ему мог сказать просто нет. Это нормально сказать нет, понимаешь? Нет, вот ты сказал, иди нахуй, дебил. Ты за слова свои отвечаешь? Это в телеэфир попало. Ты за слова свои отвечаешь, и именно так сказать? Да. Чё за ты? Ты послал человека нахуй. Чё ты дакаешь? Всё. Послал человека нахуй. Уважаемый. Вы где находитесь, уважаемый? Вы, по-моему, на общественном месте? Физмат-то не надо? Девушки тут стоят, между прочим. Всё, в чём проблема? Да нет проблем. Хотите неприятности? Будут. Нет проблем. Успокоились? Всё, хорошо.